К визитам инспекторов по безопасности дорожного движения в летних детских лагерях нашего района дети уже привыкли. А вот приезд самых настоящих байкеров всегда становится событием, которое надолго откладывается в памяти. Нами проводится такая постоянная работа. Сегодня сотрудники госавтоинспекции ГИБДД Одинцова и члены мотоклуба «Блэксмиты. Русские дороги» приехали в детский оздоровительный лагерь «Горизонт» для того, чтобы напомнить детям о правилах дорожного движения. Нами охвачено практически 50 лагерей. Мы проводим такие беседы не только в учебный период в дошкольных и школьных учебных заведениях, но и тогда, когда дети в летний период находится в лагерях. То, о чем рассказывают подобные гости, запоминается особенно хорошо. Опыт, самостоятельно полученный на дороге, не смогут заменить никакие учебники или брошюры. Тем более, если дорожную грамоту преподают очень колоритные и внушительные учителя. Все двухколесные транспортные средства, начиная от самоката и заканчивая тяжелым мотоциклом, имеют свойство падать. Падают все. Когда вы садитесь даже на велосипед, вот вам родители новый купили, будьте уверены, рано или поздно вы на нем разложитесь. Шлем нужен для того, чтобы погасить удар, если вдруг, не дай бог, вы упали. Вот. И очень хорошо он помогает от майских жуков, потому что майский жук, прилетевший на скорости в лоб, оставляет шишку размером с лоб и толщиной в несколько сантиметров. На территории Одинцовского района действует более 40 детских летних лагерей. Задача сотрудников ГИБДД и байкеров – за время каникул побывать с такими живыми профилактическими лекциями во всех хотя бы по разу. И рассказать детям, которые сегодня катаются на велосипедах, а через несколько лет могут сменить их на мотоциклы, об элементарных правилах безопасности, которые, к сожалению, зачастую написаны чьей-то кровью. Дети вообще самые благодарные слушатели. Они часто слушают им. Вроде говоришь простые вещи, простым языком, а эмоции вызывает бурю. Я бы не сказал, что это работа, потому что на безопасность детей размениваться вообще, конечно, не стоит. Вот. Ну, это, так сказать, добровольная некая помощь. Вот. Потому что у всех дети есть, и как-то многие вещи воспринимаются на свой счет. Самый приятный момент таких встреч – фотосессия с мотоциклами. Эти минуты никого не оставляют равнодушным и служат своеобразным опорным сигналом, закрепляющим только что полученные знания. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».